Здравствуйте! Добро пожаловать в Красноярск. Это футбол-арена «Енисей». И здесь сегодня совсем скоро уже сыграют хозяева манежа «Енисей» и футбольный клуб «Химки». 25-й тур «Мелбет» первой лиги. Первенство России по футболу начинается в 8 часов утра. Поехали! С центра поля мяч разыграли гости «Химки». В белой форме «Енисей», в красной, я бы сказал, что и по содержанию тоже, несмотря на это поражение от «Нефтехимика». Но «Нефтехимик» здорово возобновил сезон, 3 победы подряд, так что вот удар Коряна. Пожалуйста, первый момент, это действительно момент. И у Ломакина сегодня тоже юбилей, у него 200-й матч за «Енисей». Подача, удар, мяч в перекладину, попадает после удара Андрея Окладникова. Окладников забил в минувшем туре. Окладников вернулся, перекрыл путь в штрафную. Теперь же «Енисей» в атаке. Красивая комбинация. И гол! 1-0. Забивают хозяева. И делают это в первой половине тайма. И делает это Андрей Мазурин, который совсем недавно в команде, который лишь с февраля в подавляющем большинстве матчей играет с первых минут. Воротынов навешивает. Великолепно! А вот пробить точно не получилось. Пас Воротынова — это просто пас на выставку достижений футбольного хозяйства. Опытнейший Терехов не попал. Он в тройке. Лидер Сабитов. Ну, а между ними Талалаев. Как небрежно! Удар Ломакина. Гол! Но это привоз, дамы и господа. В своем юбилейном 200-м матче за «Енисей» Александр Ломакин забивает «Химкам». Я думаю, что куда бы ни собрался летом Антон Митрюшкин. И Масловский вновь подключается по левому флангу. Точная передача. Окладников принял мяч, укрыл его от Журавлева и сделал точную передачу Денису Тихонову. Тихонов. О, справа забегал партнер, и Тихонов видел это. О, туда! О, какой удар в штангу, мяч попадает после удара Раздорских. С настроением играет «Енисей». Это чувствуется. Тихонов. Тихонов. Ломакин. Удар. Гол. 3-0 в пользу «Енисея». Во втором матче подряд лидер первой лиги «Химки» пропускают 3 мяча. Да, и вот два пальца, которые показал Ломакин, это и, наверное, 200 матчей, это и 2 гола сегодня, это и виктори, победа. Ну, в таких ситуациях располагается. Ну-ка, удар Степанова, штанга, гол, 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 Касимов. Переправил мяч в сетку. Кто-то скажет, что ему повезло, что это рикошет. Я скажу, что он нашел этот гол, потому что шел на ворота. Все-таки сумел забить гол престижа. И вот четвертый бы еще не пропустить. Савельев. Савельев выходит один на один. Перебрасывает. Голкипер и отправляет таки четвертый мяч в ворота «Химок». Вновь возвращая «Енисею» крупную победу с разницей в 3 мяча. Максим Савельев. И замены у Андрея Тихонова работают. Окладников измотал защитников «Химок», ну а Савельев. И эта победа убедительная, и эта победа безоговорочная. Эту победу фиксирует свисток Ивана Сараева из Санкт-Петербурга. В первом круге он уже судил матч с участием «Енисея», и тот матч «Енисей» проиграл в Туле. Ну а сегодня Сараев фиксирует победу красноярцев со счетом 4-1.